Приехали в отель Бодрум Холидей. Пятизвездочный отель. Тоже недалеко от центра, где-то полтора часа, ой, не полтора часа, а полтора километра ехать до центра. Ребята, ребята, сейчас подойдут представители через 5 минут. Если там надо водичку, можете пройти. Ребята, я вам расскажу быстренько 2 минуты здесь про информацию об отеле. Далее мы пройдем к карте. Я вам около карты расскажу, а далее я вам покажу крупные комнаты главного здания, а на все вы сами посмотрите и забудете. Дальше я вас отпущу, потому что я понимаю, что у всех время ограничено. Будет желание, не будет, вы и так, в принципе, все поймете. Мы вам потом по окончанию дадим наши рекламки, да, каталоги, в которых есть и так фотографии, и комнаты, и больше информации. Итак, пожалуйста, по возможности меня не перебивайте. Я вам постараюсь быстренько дать всю информацию. Потом, после того, как я закончу, я, естественно, человек, я могу что-то упустить, вы мне потом спросите все. Хорошо? Итак, начнем. Здравствуйте, я Вирджиния, Destination. Итак, наш отель позиционируется как пятизвездочный семейный отель. Называется он Bodrum Holiday Resort and Spa. Находимся мы в районе Ичмелер, что относится к центру Бодрума. То есть от центра Бодрума мы находимся 4 километра от центра Бодрума и 34 километра от аэропорта, то есть Бодрумовского аэропорта. Да, каждые 10-15 минут у нас ходят автобусы напротив security. Автобус стоит 3,5 турецкие лиры. Вот, хоть каждые 10-15 минут до города 20 минут, 25, максимум бывает 15, в зависимости от того, сколько людей саживается и выстрел. То есть они ходят с 7 утра до 5 утра, то есть там буквально 2 часа перерыв, естественно, после 12 раз в полчаса. А так каждые 10-15 минут автобус ходит. Детки бесплатные, до 4 лет детки в автобус бесплатные. Далее, точно так же по поводу аэропорта, да, 20-30 минут, если медленно ехать, спокойно ехать, то есть в течение 30 минут люди могут доехать до аэропорта. Такси очень дешевое, 200 лир, как бы, если до аэропорта. Отсюда до аэропорта 35, что я еще хотела сказать, что у нас здесь конечная остановка, в городе конечная остановка. То есть проехать эту остановку или потеряться шансов нет. То есть пусть люди не боятся, да, абсолютно будут уверены, спокойны в своих действиях. Далее. По территории отеля, давайте я вам скажу, по концепции отеля сначала. Концепция отеля, у нас ультра все включено. Почему у нас ультра все включено, ребята, объясню. Не путайте, пожалуйста, не путайте своих гостей. У нас нет импортных напитков, то есть они есть, но они за дополнительную плату. Импортные напитки и фреши в ресторане за дополнительную плату 2 евро на завтрак. Да. Почему ультра все включено? Я вам объясняю, чтобы потом не было проблем ни у вас, да, ни обидеть ваших гостей на вас, и у вас не было проблем. Ультра все включено, потому что 24 часа в сутки открыт бар, и почти 24 часа в сутки имеется еда в отеле. То есть завтрак, обед, ужин, как во всех обычных отелях, да. Далее у нас имеется сервис печенья с 3 до 5. Кафетурки и сервис мороженого с 3 до 5 около главного бассейна, да, ближе к мини-клубу. Мороженое на развес, могут люди хоть взять по килограмм, да, грубо говоря, там, но это Аль-Кита, турецкая фирма мороженого, если вы что-то не слышали, но одна из лучших фирм мороженого. Далее, помимо этого, ужин заканчивается в 9:30, как везде, да, ну не как везде, но у нас, по крайней мере, 9:30. С 12 до часу у нас есть ночной суп, так как мы находимся в Турции все-таки, и турки похмеляются после регулярно супом, не так, как мы дома пьем, да, но в следующий день. То есть все-таки, как мы находимся в Турции, мы стараемся до Европы, для турков, чтобы мы все нашли что-то для себя. Далее у нас с часу до 3 у нас небольшой перерыв в главном ресторане, это все происходит в главном ресторане, кроме печенья и мороженого. Имеется ночной буфет с 3 до 7 утра. То есть люди, которые переживают за ранние вылеты или свои ранние экскурсии, да, что они останутся голодными, пусть не переживают, но это надо очень сильно постараться, чтобы остаться голодным, да. Ну правда, сильно надо постараться, чтобы у нас нет ланчбоксов систем, поэтому они могут просто в любой момент спуститься в ресторан. Если бы они приехали в промежутке, когда нет еды, и им нужно уехать, когда вот нет, да, вот сейчас вот идет, пусть тоже не переживают, не унывают, они могут просто попросить повара, да, повара нашего, повара нашего,
по детскому питанию. У нас нет детского питания вот в этих баночках, да? Часто приходит мне вопрос. Но у меня есть дома блендер, я могу предоставить. Овощи вам могут помочь наши работники сварить. Вот как бы любое, что там, ну, они захотят, это не знаю, кто что кушает, яблочко, там, пюре. Вот как бы диетические блюда у нас есть. Детского стола у нас рассчитан на Европу, детский стол часто спрашивают. В мини-клубе нет детского буфета. Есть в главном ресторане, но он рассчитан на Европу. То есть чипсы, макароны, да, там, наггетсы, гамбургеры, не знаю, там, ну, типа такого вот плана. Но, тем не менее, как вы поняли, для детей есть абсолютно все. Все могут найти это в горячих блюдах. Там, у детей, у которых есть аллергия, или у людей, взрослых людей, неважно, любая всевозможная аллергия, глюкоза, орешки, все что угодно, все что, мука, яйца, да, приходят к нам в детский Relation Office, берут карточки. С одной стороны будет написано на английском, чтобы они понимали, с другой стороны на турецком, чтобы люди понимали, о чем идет речь. Ну или либо на турецком, да, я вижу, что вы, наверное, со стороны, да? Алматы. Алматы. Но это не одна из ваших стран? Да, Казахстан. Вот, ну, извините, Алматы тогда. Вот, как бы для них мы можем давать на турецком языке, да, все-таки у вас тюркский язык, да, и вам будет, может быть, будет проще, да, чтобы мы дадим на турецком, а с другой стороны, в принципе, зачем другая сторона? Можем на русском, на турецком. Да. Вот, то есть, как бы это будет лучше, да, не английский. У нас есть абсолютно на всех языках, далее это отступление было. Просто берут эти карточки, идут вниз и показывают поварам. Наши повара очень аккуратно к этому относятся, бережно, пусть не переживают, что они там могут вдохнуть где-то пары. Если что-то особенное, то они все это сделают отдельно, не дотрагиваясь ни до чего. И точно так же, если у кого-то свое личное питание, я не знаю, ну вареный картофель человек только ест без соли, без сахара, без ничего, да, тоже это отварится, тоже все это поможет. Это так вам, просто отступление по еде. Далее. По нашему ландшафту отеля. Мы не скрываем нигде абсолютно, что ландшафт нашего отеля большой, ступенчатый, холмистый, да. У нас нет, как это называется? Баги. Баги, да. Нет, не баги, это достанется. Халаты. Это тоже у нас нет, баги у нас нет. Халаты? Это тоже нет. Подождите, дайте. Дайте мне секунду. Нет. Машины вот эти, которые ездят, баги, шаттлы, баги это колясочки для деток, шаттлы. У нас нет шаттлов, мы пробовали здесь это сделать, но из-за того, что огромные спуски большие, да, ну где-то все-таки небезопасно. Но тем не менее у нас есть головная система, да, как бы мальчики придут, отнесут, все помогут детей, если помочь надо, или инвалидов помочь. По поводу инвалидов, у нас есть одна комната оборудованная для инвалидов, да. То есть там все имеется, душевая, эта комната находится в главном здании. Но тем не менее, это не означает, что с баги или инвалидными колясками будет трудно. У нас везде предусмотрены баги-вей для них, абсолютно по всему, по всей территории. И опять же таки, они могут попросить в любой момент дорогой доктора помочь с инвалидами, да, кому тяжело, кто ну, на спуск, на горку не может протащить своих родственников, да, или друзей. Так, то есть, ну, примерно я вам все рассказала по концепции. Давайте теперь пройдем к... Что, ребята, я постараюсь чуть громче говорить, да, но не могу я громче говорить, не обижайтесь, пожалуйста. Да. Хорошо, то есть мы находимся здесь на ресепшене, видите, лобби, то есть ресепшн-лобби, да? Итак, по зданиям. Главное здание у нас здесь, и еще одно, получается, как бы, оно отдельно, но это тоже главное здание считается. Вот оно, небольшая пристроечка, там буквально, между ними нет перехода, они отдельны друг от друга, но, тем не менее, это тоже main building. Далее, давайте я по нашей системе буду вам говорить, что у нас это main building, да? Ну, это главное здание, чтобы вы понимали, да? Отельные комнаты, я не знаю, как у вас там в системе. У нас это так. Далее, у нас здесь клубные комнаты. Обратите внимание, 9 зданий отдельных друг от друга, отдельных 9 построек трехэтажных. Это бунгало, да? Чтобы вам было легче. Серкан, Кенен, Халази Герри. Так. Боже мой, меня сбивают. Также вы видите, обратите внимание, аннекс-румы. Да, они находятся под бассейном. Это эконом, да, промо, эконом. Ребята, подходите, обойдите с этой стороны, чтобы вам было... И, пожалуйста, вы стоите не за метр от меня, вы стоите ближе. Вот, аннекс-румы, да, то есть это эконом, это эко, я не знаю, как там, но у нас это аннекс называется. И пусть не пугает никого, что это дешевые комнаты и что они находятся под бассейном. Да, раньше был там бич, такая проблема, что там был запах хлора, да, так как это все-таки под бассейном находится. По поводу шума там нормально, нет, изоляция там хорошая.
Единственное, ну вот первая комната, да, не буду врать, что там идет звук от анимации, да, от колонок и от дискотеки. То есть, ну, это первая буквально комната. Ну, мы туда стараемся заселить молодежь, которая дома, ну, не находится, да. Вот, как бы дедушку, бабушку туда или детей мы, естественно, не заселим. Мы их заселим в эту сторону, где ничего не слышно. Здесь абсолютно тихо зона. Аннексы пусть не пугают никого, у кого экономическое состояние не позволяет себе позволить, да, там, те же бунгало или главное здание, не пугайтесь, смело можете продавать, потому что, особенно старым людям. Почему? Объясню. Потому что ближе всего к пляжу, ближе всего к бич-бару, видите, ближе всего к теннис-кортам, мини-клубу, главный бассейн с анимацией, главный ресторан. То есть все, в принципе, в доступных, у них есть свои террасы, то есть они на первом этаже, да, они на минус в первом этаже, не подумайте, выходят, то есть вот здесь террасы, балкончики, то есть своя как, вид, там, вид у них на море абсолютно у всех, то есть там деревья и полностью море. Вид. Вы сами потом пройдете, посмотрите, я не буду с вами ходить, я извиняюсь, но правда, мне нельзя потеть. То есть вы поняли, да, там main building, club rooms и annex rooms. Далее, самое большое отличие по этим зданием, да, самое большое. Какое имеется? В главном здании у нас имеются лифты. У нас имеется 6 лифтов. В бунгало у нас нет, к сожалению, лифтов, ванных. На территории нет эскалатора. Спуски туда или сюда. Все, да, пешком. Все пешком. То есть этих нет, как они скажите опять. Шаттлов нет. То есть, но это большой плюс для людей, которые хотят, ну, знаете, не наесться на отдыхе, да, не откормить себе там вот, и пузо, да. И люди все-таки, кому будет интересно в нашем отеле, скажу вам так честно, люди, которые приезжают больше, чем на неделю. Естественно, люди, которые приезжают на неделю, они хотят отдохнуть. Им нужен маленький отель. Вот. Но, тем не менее, они могут, все активные, да, могут приехать. У нас здесь есть и на 2 дня приезжают, им достаточно. Но авантаж, да, авантаж это по-русски, правильно? Это по-турецки авантаж. Привилегия, привилегия, вот, привилегия. Привилегия чего нашего отеля? Людям, которые приезжают на 2 недели. То есть им здесь точно скучно не будет. Я здесь 6 лет в этом отеле, я начинала заниматься, теперь я работаю в геосплэшене, и я до сих пор не знаю, мне иногда показывают фотки, я говорю, где вы это сняли, блин, я думала, что я знаю каждый уголок нашего отеля, оказывается, нет. Так вот, это вам живой пример, да? Далее, так вы поняли, нет лифтов. Далее, по комнатам, давайте я вам быстренько пробегусь. Ребята, если вам жарко, пожалуйста, отойдите сюда, кому жарко, не стойте на солнце, я могу поменяться своими местами. Давайте поменяем. Кому не жарко? Не-не-не, нам все хорошо. Все хорошо, я продолжаю. Так, самое главное отличие комнат. У нас стандарт для всех, смотрите. Во всех комнатах абсолютно, то есть и в main building, и в главных. Ребята, пожалуйста, не разговаривайте. Если вы хотите разговаривать, отойдите, пожалуйста. Ни в коем случае не обижайтесь, просто, ну, что меня сбивает, моя мысль не идет. Итак, боже мой, сейчас мне надо перевести. Стандарт. Да, спасибо. Стандарт family и grand family. Чем отличается стандарт grand family и grand family? То есть стандарт – это один с одним, как это называется, скажите, мой, боже мой, узел. Большая кровать. Санузел. С одним санузлом, family – это 2 комнаты с одним санузлом, и grand – это 3 комнаты с санузлом. Почему вы смеетесь? Не смейтесь, я тоже сейчас буду смеяться. И будет несерьезный разговор. Так, девушка. Можно вас сюда спрятать? Подведите. Я не смогу продолжать. Не надо отворачиваться к нам пропасть. В стандарте один санузел, да, в гранд санузел, два, да? Family. Нет, везде один, смотрите, везде один. Одна комната один, 2 комнаты 1, 3 комнаты 1. Комнаты все отдельные абсолютно, они не смежные, у всех свои комнаты, все свои двери. То есть, да, понятное дело, где зал, это зал, но там имеется уголок, вы увидите, уголок зала, и все-таки там спальные кровати тоже имеются в этой же комнате. То есть там можно и посидеть в этой комнате, и спать точно так же, пользуясь. Кто хочет поехать в Грецию, да, гости, но не позволяет экономическое состояние поехать в Грецию, да. Они могут спокойно приезжать в воду, выбирать его сами, обратите внимание, что осталось здесь белые вот эти стены, голубые цвета. И видите, обратите внимание, что тут угол, вы видите отсюда Бодрум полностью, видите, на острове, то есть там центр Бодрума, там все, все здания белые до сих пор, то есть белые, синие вот эти решетки на стеклах, на окнах. То есть государство турецкое все-таки занесло его как ЮНЕСКО, как сдержание ЮНЕСКО, да, и они оставили
память о том, что раньше Бодрум был все-таки греческий поселок, это был Халикарнас. Знаете перевод Бодрум, если знаете, не знаете, это подвал. Подвал почему? Ну и этот подвал действительно он подвал, потому что все-таки есть Бодрум, это печь, это запах плесени. Либо плесень, либо запах плесени. Но плесень пусть не пугает, потому что это не черная плесень, это зеленая эта плесень, да, которая она не отравляет. Потому что я сама аллергик, я знаю, о чем я говорю. То есть я работала в школе с детьми, и то есть у нас там была плесень, и меня это в Анкаре, да, в Турции. И меня это душило, у меня слезы лились постоянно, у меня нос чёк. Но здесь это не та плесень, потому что я здесь живу 6 лет, мне все перебегают гости, я говорю, у меня ребенок. Я говорю, слушайте, я тоже чей-то ребенок. У меня тоже есть мать, и я ее ребенок, да. Но я здесь 6 лет, ребята. Смотри. Ты капитан, и ты нарушаешь правила. Тебе минус. Минус один. Все. То есть, о чем я снимаюсь? Это не та плесень, да, которая вот убивает, да, или которая вмешает. Я сама живу в минус первом этаже 6 лет, ребята. 6 лет, да, кто был, кто не был, не знаю. Там постоянно мокрые трусы. Ходишь, как, извините, обоссанный весь день, да? Здесь меня тут все французский, но все понимают его, я думаю. Вот, то есть ходишь весь день обоссанный в этом купальнике, да? Вот, а здесь этого не будет, через что ты просто высохнешь, ну и все. И тебе, то есть, понятное дело, если приводят две пары купальников, но тебе они не нужны, по сути. То есть почувствуй себя в маленькой Греции. Если этого не хватает, здесь 16 километров от нас находится Кос, 20 километров от нас находится Родос. На Кос можно съездить с утра в 9 часов, выезжает катер, в 6 часов он возвращается обратно. То есть туда и обратно, тем более у нас без виз. French балконы. Здесь стандарт, здесь фэмили. На третьем этаже, ребята, кто остается здесь, давайте начнем от вас. Пойдемте на третий этаж. Нет, меня не начинали. Стандарт? Отель называется Bodrum Holiday. А это какой номер? Номер Family. Девчонки, пойдемте на третий. Это какой номер? Скажите. Это какой номер? Это Grand Family. Grand Family? Девять зданий бунгало, да? Вон видите эту точку белую, вот как коробка, да, около машины, вот. Вот машина, а вот белая коробка, там еще человек идет сейчас. Это все территория отеля, люди, которые хотят побегать, то есть они могут вот тут начинать, да, туда выбегать, пробегал, и вот сюда, и вот там вот где-то в углу заканчивается наш отель. То есть вот главное здание вы видите, вон видите, идите сюда. Деревянную дверь, видите, вот спуск, деревянная дверь. Это а-ля карта, зеленая крыша, это главный ресторан, то есть за ним бассейн, за ним кафе-тур, за ним туда вниз, и, ну, бичвар, и выход в море. Ребята, так, это мы приехали в Family. Приехали, пришли. Смотрим Main Building Family. Ребята, это Main Building Family. Генерали, которые...